Всем привет, с вами снова я, Иван Сусанин. Я сегодня хочу добраться в стан героев. То есть Humanity 5000 я заимел, и сейчас осталась самая малость — продать вот эту всю боягу, которую я насобирал, и отправиться к героям. Я не знаю, там по деньгам чего у меня хватит, нет, на что-нибудь. Но хочется приобрести что-нибудь такое, что в обычной трейд-зоне приобрести невозможно. Как раз этим сейчас я и попытаюсь заняться. Сейчас посмотрим, что из этого все выйдет. Надеюсь, здесь никого нету. Так, продаем все свои припасы, которые у меня сохранились тут. На самом деле я заспавнился последний раз возле Красностала, по той причине, что у меня все-таки уже было 5000 Humanity. И, следовательно, я хочу просто попробовать поторговать у героев. Очень мне это все интересно. И здесь я давным-давно не бывал, вот в этой зоне. Так, секунду. Давай, торганем. Ты как насчет относишься к бизонам? Бизон он берет. Давай я и это продам, и это продам. В принципе, так, продадим за 4 года ПДВ. Ну, для чего? Для того, чтобы денежки иметь. Как бы денежки мне будут просто необходимы. Я думаю, что это будет хорошим подспорьем. Так, 4 золота я заимел, а с бизона... Сколько же я с бизона-то поимею? Ой, 2, то есть, извиняюсь, я чуть перепутал. Не верхнюю, а нижнюю надо смотреть. Так. Бизон. Второй бизон не продается, да, другой? То есть у меня двух видов бизона есть. С 1 на 10. Есть бизон у меня с глушителем, а есть без. Просто в электро мне попалась такая. Так, все, отлично, продал. Продал, сейчас нужно еще машинки продать будет, и будет совсем классно. Так, что у меня тут есть в запаснике? Вот этот вот не нужен, в принципе. Фак. Бизон, вот этот бизон, похоже, не продается, да? По всей вероятности, так оно и есть. Стекла я продавать не буду. Вот эти вот дозвуковые можно продать, да? А нет, смотри, они тоже сюда идут, дозвуковые, к этому бизону. Это очень хорошо, меня это радует, что дозвуковые здесь тоже работают. Так, тогда сейчас мы идем к себе в машину. Отцеплю я сначала одну машинку, потом под другую. Блин, немножко багнуто, видите, я УАЗик везу. И потом, все-таки, после того, как я к героям схожу, я хочу сходить вон туда, вон. В чертов замок. Да, здесь никого нету сейчас, никто не торгует, это радует. Так, давай эту штуку отцепим. Меня, надеюсь, это не уронит, не убьет. Так, секунду. А, вот, все. Да, она просто упала. С такой звездочкой, вьетнамская такая. Воу-воу-воу. В состоянии таком охренительно хреновом, видите? Лишь бы не взорвалась машина, да? Сейчас любой... мой втык куда-нибудь, я сломаю колесо, во-первых. Во-вторых, сразу же взорвется машина, потому что двигатель краснехонький, и даже бензобак у меня, как бы, хотя и полный бензобак, от этого и взорвется более сильно, да? Это можно, нужно учитывать прежде всего. Так, ну что ж, продадим машину без ключей. Мне она не нужна. У меня достаточно машин с ключами, так что я думаю, что без ключей машинка мне не пригодится.
ну что, где? Пока все это загрузится. Еще 8 голдов, отлично. Ой, 4 голда еще. Я не там, не на то смотрю, я смотрю на покупочную стоимость. Базу я продолжаю строить. Я не отпускаю ее, она продолжает у меня. Кстати, тут еще какой-то торговец будет скоро, наверное, да? Или что это? Скоро база у меня постепенно расширяется. И я скоро вам ее покажу в полном своем красоте. Конечно, она не идеальна, я скажу вам, но причина, почему она не идеальна, потому что неровная поверхность, во-первых. Во-вторых, я как строил, так и строил. То есть ничего нового не придумывал. И как бы все остается на том же уровне, на каком было. Ну, я имею в виду, что я не перестраивал то, что делал первоначально. И, может быть, местами она корявенькая получилась. Но как бы сейчас я строю гараж, и нужно будет еще немножко поделать. И потом я уж вам... как бы покажу все прелести своей базы, все преимущества, которые я на ней таки сделал. Так, подъедем поближе немножко. Надеюсь, здесь люди не появятся, да? Чтобы украсть у меня эту машину, потому что она у меня тоже без ключей, к сожалению. Или к счастью, ну, таких машин я тоже тут находил очень много, которые не имеют ключей. Их в основном я только и делаю, что продаю. Да, 10 золота у меня есть. Так, бизонские патроны. А, этот не работает, да? Нет, работает. Все работают, бизонские патроны. Отлично. Так что, так. Давай-ка мы бизон пока уберем. Машину, да? Продадим арбалетик, допустим. И продадим еще пару своих револьверчиков. Это все пока скинем сюда. Это мне пригодится потом. Сейчас я занимаюсь именно торговлей. Нужно все освободить. Освободить свои машины в полном объеме. Отлично. Так, вот этот бизон продастся, нет? Нет, этот бизон, наверное, не продастся. Давай тогда другой возьмем. Давай тогда дабл и смайл. Только два влазят. Ну ладно. Алиспак не очень вместительный сундучок. Ну, что ж делаешь. Давайте немножко поторгуемся. Денежки никогда не помешают, никогда не вредны. Вот этот рокер. У нас рокер One, по-моему, зовут его. Совсем похож на меня. Мой тезка получается, да. У меня тоже Сосанин One, как вы знаете. Если вы знаете... название моего персонажа здесь. Поэтому... тезка! Не больше или не меньше. Торганем чуть-чуть. Да, сервер на самом деле нормальный. Действительно, я здесь играю уже достаточно продолжительное время. Я по большей части тренируюсь в строительстве. Больше самое главное у меня именно сейчас занимает, что это строительство. В моем... так, пистолет-то можно было взять с собой, наверное, да? Я не взял с собой ни одного пистолета, хорошо. Так, еще два оружия продам. Ну, хоть какие-то деньги появятся. Я думаю, гораздо лучше будет в зоне героев мне торговать, когда я туда доберусь-таки. Сегодня решил так спонтанно записать это все, как бы вроде бы ничего не предвещало, а тут вдруг что-то сижу, думаю, да дай-ка я запишу, тем более я играю довольно много здесь на серверах Days, и как бы можно было бы записать. Я как-то не очень сейчас пока стремлюсь, но я в основном больше сейчас, как говорил вам, тренируюсь, и, конечно же, навыков у меня может быть еще не очень много, но уже как бы все равно улучшаются эти самые навыки. Я уже более-менее знаю, как что делать. Я стараюсь.
Я стремлюсь. О, еще и вторую, блин, машину эту. Второе оружие не продал. Да что ж я так-то, а? Так, бизон. Так, это я все оставлю себе. Револьвер давай наденем себе на пояс. Крови я взял побольше, для чего, сами понимаете, кровь. Даже когда вы хоть и хотите кушать, и у вас уменьшается здоровье, здоровье все время, кровь падает, 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 дойдет до определенного уровня, и вы можете опять зарядиться кровью, и кровь восстановится, и опять начнет падать. То есть, как вариант, сохранение жизни гораздо более эффективен, благодаря именно возможности заливки крови в этой игре. Алис пак я недавно нашел. В общем-то, все хорошо, все хорошо, все идет по плану. Пока, по крайней мере. Так, че я? Я продал пистолет или. Нет, подожди, стоп. Стоп, стоп, стоп. Давай-ка мы настроимся. Поставим пистолет и поставим смайл. Все. Думаю, все лишнее продавать уже не будем. Ну давай, торганем еще чуть-чуть с тобой. Продадим тебе еще вот это оружие. Я вообще без оружия поеду, похоже, да? Получается. Может быть, оставить себе смайл. Но у меня оружие. Сейчас я сначала продам, потом подумаю. Торгануть, может быть, купить что-нибудь себе более подходящее из оружия. И ехать, или бежать, или идти, или ехать на в зону героев. Ну, в общем-то, она не так далеко, за Красноставом. Туда, ближе, 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 за ВВП. Да, я там уже бывал, я хочу еще раз туда сходить, но теперь уже именно имея возможность торговать. Продать. Продать, продать. Сейчас у меня будет достаточно много денег. Я думаю, что с Урала я получу какой-то запас. Если меня ее никто не уберет, не украдет. 10 сильвер стоит пистолет Макаров. Так что любое оружие, оно как бы более-менее ценное здесь, в этой игре. То есть денежки за все. Все оно того стоит. Хотя вроде бы я тут уже очень сильно приспособился к тому, что лишнее вообще даже стараюсь не брать, да. То есть настолько уже зажрался, можно сказать, что лишнее просто не беру чаще всего. Ну, я имею в виду, что серебро тоже. Полно золота, так что и как-то и стремление брать что-то такое нету. Давай, у меня же есть еще одно оружие. Да-да-да, у меня же бизон есть. Я один бизон-то ведь не продал, я забыл. Его здесь продать нельзя. Тогда давайте возьмем стекло, я себе забираю. Так, возьму вот это с собой возьму. Фляжку, конечно, и максимум крови я с собой забираю. Плюс морфий, конечно же, очень необходим. Ну, самое основное. Да, вообще-то могу я все забрать, по идее. У меня денег хватит, но, в принципе, мне вот это вот вообще ни к чему. Оно и стоит буквально копейки. Так что не стоит и брать. Все, поехали. Давай, продадим. Продадим эту машину. Тоже, видите, состояние ее не самое лучшее. Тоже предвзрывное у нее состояние, так что я довольно в опасном положении был, когда катался на этой машине. Ну, в общем-то, не совсем красная, как бы не совсем красная двигатель. Так, подожди, где они? Где наши уральчики находятся? Так, не здесь. На самом деле, блин, я... Вот грузовики, но это автозаправщики, это не то все. Все, вот этот Урал.
Урал, 20 голдов. Ну да, будет 10 голдов. У меня в запасе будет 20 голдов, и я отправлюсь более-менее спокойно, как бы, в стан героев. Я думаю, что сегодня именно этому и посвящается наша сегодняшняя серия. Я не поеду на машине, я пойду пешком. Мне просто хочется пройтись именно пешком сегодня. Вот, смотрите, сколько золота. 20, сколько у меня золота? 21 кусок золота, но, в принципе, еда есть, так что страха у меня не должно быть. Есть карта, и с трейд-зоны я еду, бегу сейчас на Красностав. У меня есть с собой GPS, на Красностав я... Красностав это, похоже, вот сюда вверх, да? А потом на ВВП. ВПП. С ВПП я иду в стан героев. Ладно, все, хорошо. Отлично. Все получилось замечательно. Пока все идет по плану, пока все идет хорошо. Людей пока я не вижу, чтобы они могли меня тут завалить. Так что спокойно, можно как бы вроде бы добраться. Не знаю, правильно ли я... Подожди, а тут же дорога, по-моему, я ехал с той стороны, да? Вон с той стороны ехал. Мне надо куда-то в ту сторону, получается. Красностав где-то там. Давай-ка... Оглядимся немножко, где же у нас находится Красностав. Что-то я как-то ориентируюсь довольно плохо, тем более у меня нету с собой компаса. Так, Красностав. Там в той стороне, по-моему, у нас замок. Вон он, замок, да? Замок у нас вон там. Вот он, чертов замок. На Черной горе. А мы идем тогда, смотрим в ту сторону. Красностав у нас находится вон там, да. Все, определились. Примерно определились, и теперь я иду в сторону героев. Посмотрим, что нам предложат герои. По деньгам, ну, 20 денег у меня есть. Я думаю, что я машинку какую-нибудь себе куплю. Знаете, какую машину? Машину с возможностью, допустим, у себя иметь оружие, да? Установленное прямо на машине. Ну, допустим, так... РПК. РПК же, да, по-моему, называется оружие? Вот что-то в этом плане. Так. Это Красностав? Или Хельм? Или Хельм, или Красностав. Так. Давайте поаккуратнее. Да, зачем мне такая машина? Дело в том, что я действительно не один на сервере играю, поэтому, ну, бывает. Играю один, играю не один. Всяко бывает. А, ну так вот, такая машина может пригодиться против кого-то ввести войну, хотя здесь вроде бы более-менее дружественный сервер, но бывают ситуации, когда просто не в моготу с этим всем бороться, просто кошмар какой получается иногда ситуации. То есть люди всякие бывают, конечно. И биться с ними приходится иногда по-настоящему. Так, давайте от первого лица пробегусь, пусть немножко будет трясти. Может быть, вообще-то мне трясти меня не должно ни с чего, потому что я как бы перегруз на себе не таскаю, во-первых. Во-вторых, у меня здоровье полный бак, 12 литров, я имею в виду, крови, 12 тысяч, ну да, 12 литров получается крови, так что я в полном здравом состоянии сейчас нахожусь и... Как бы бежать могу спокойно, поэтому меня даже не потрясывает. Хорошо, сегодня немножко потренируемся здесь, на этом сервере, поиграем. Как бы давно я сюда как бы для записи не делал. Конечно, я играю фактически каждый день, захожу на сервер, на этот или на какой-то. Ну, стараюсь играть как бы здесь, тренируюсь действительно. Скоро выйдет стендалон нормальный, и уже там будем тренироваться более качественно, когда он выйдет, когда его сделают не багованным, только тогда я буду играть. Багованный стендалон мне не нужен. Не хочу я в него играть. Кстати, так, я, наверное, не туда, может, куда-то пошел. Да, именно поэтому я ушел давно уже из стендалона. Неоптимизированная игра, игра баганутая немножко. Ждем! Ждем, когда выйдет нормальное все, более качественно, но, в принципе, даже эта игра такая уже старенькая, вроде бы, уже не один год ей.
Но модифицированная все время, постоянно с модификациями, она доставляет радость до сих пор у некоторых людей, тем более у меня, потому что я не так давно действительно залип на эту игру, начал в нее играть. И сейчас постигаю азы строительства. На миссии как-то особо я пока не ходил, но пока не стремлюсь, потому что нужно сначала научиться строить. Действительно, вот сначала сделаем одно дело, более-менее хорошо. Потом я пойду на другое, вот, допустим, пытаться выполнять эти миссии надо. Я уже понял, да, я пытался уже сходить на одну миссию. Видимо, все-таки со снайперком лучше всего идти на такие миссии. Потому что со штурмовой винтовочкой в одного это вообще проблематично, и тебя быстро там завалят. По крайней мере, у меня так получилось. Второй раз такой опыт я повторять не хочу. Кстати, давай посмотрим GPS. 120, 41. Блин, я не в ту сторону пошел. О, я иду на Хельм. Мне надо немножко не туда. Так, поворачиваемся сюда и идем туда. Я пошел на Хельм прогулочным шагом. Тут зомбаков много, людей лишь бы не было, как бы. Страшно-то дело-то. Вот именно от людей, от зомбаков, в общем-то, довольно легко все. Все хорошо. То есть проблем с ними не бывает. Ну, иногда только, может быть. А так, мы стараемся, мы... Так, там какая-то дорога идет, что ли? Нет. Ошибочка. Вот. То, что люди не играют на запись не в одиночестве, это их проблемы. У меня свой собственный канал. Я записываю так, как хочу я записывать. Будете вы смотреть это видео или нет, это ваше дело. Но, тем не менее, может быть, действительно вам что-то будет интересно, что-то вы не знаете, что-то вы узнаете. Благодаря этому, то есть у того же героя, да, не каждый человек, допустим, был у героев, да, Humanity, не каждый человек поднимал. Да, как я поднимал Humanity, я не выполнял миссии, я тупо убивал зомби. Тупо убивал зомби, и за каждого такого зомби я получал по 5 Humanity, что... Так, 122, я опять иду не туда. 40, нет, туда. Я дальше... Так, но мне нужно сейчас, короче, идти строго вверх. Строго вверх, это, наверное, все-таки вон туда, да? Опять ориентируюсь я по GPS довольно плохо. Ну, по компасу все равно ориентироваться намного приятнее, намного, как бы, качественнее все это происходит. Посмотрим, что у нас сегодня выйдет. Да, действительно, я еще не наигрался, я еще вепач... Days буду играть, хотя игра и старая, может быть, для кого-то покажется, но мой канал, если вы читали описание, если вы читали содержание, было написано, что я ищу действительно качественные, хорошие, ну, игры, которые нравятся, которые хочется играть, а записывать все подряд, лишь бы было очень много просмотров, мне не хочется. Так, 122. Все, я иду параллельно, 38. Сейчас 122, 38. Как раз я поднимаю сейчас на аэро. Отлично. Ой, на ВПП. Да, я немножко проскочил это место. Да, в зоне у героев есть тоже вертолеты. Я видел. Но они, по-моему, стоят там часто за брифкейсы. Да, не один, два брифкейса. Тут, кстати, есть еще трейд-зоны. Кроме этого... Можно купить гранатомет. Классная штука. Но тоже он стоит 2 брифкейса, что ли, или даже 4, или... Не помню сейчас точно. Но появляются новые здесь трейд-зоны в этой игре, вот на этом сервере. Так, секунду. Вот. Есть, вот, смотрите. Есть задание, конечно же. Это естественно. И вот появились трейд-зоны, вот такие как, вот, допустим, Game Trader. Может быть, она периодически будет появляться, но я на поляне тут вот не был, я был на другой. В другой трейд-зоне, там я видел как раз этот гранатомет. Прикольно, пострелять было из него. Ну,
Так, если... А, вот она, да? Милитари, да? Трейд. Вот. Вот здесь вот, да? Я побывал. Это квадрат 052-111. Вот там. И видел эту красоту, это оружие, которое там попадается. Да, тоже в дебрях находится и довольно сложно найти. Я тоже хочу вот сюда на поляну сходить, посмотреть, чем там торгует. Торговец, игра, ну, этот сервер такой свободный, так прикольно в нем, на нем играть. Просто мне нравится и, ну, не всегда, конечно, бывает так. Есть время, когда людей, ну, так себе относительно много. Ну, относительно чего? Относительно обычного состояния. Сервер часто пустой, поэтому, как бы, когда появляется много народов, на сервере появляется много багов. То есть, когда... Так, стоп. Вон она. Я вижу ВПП. Когда народу много, тут багует игра очень сильно, очень много багов появляется, и поэтому довольно часто рестарты. Я надеюсь, сейчас пока рестартов не будет, и я спокойно дойду до героев сегодняшней серии. А уже, допустим, в следующий раз я, ну, в следующий раз или один из следующих раз, я вам обязательно покажу свою базу, которую я оформил. Ну, еще все в процессе, еще очень долгий процесс. База большая получилась, достаточно большая. Я сделал ее не в замке, но по размеру, я думаю, она, может быть, даже будет недалеко от этого. Как бы вот так вот. Вот, ну, пару машинок, наверное, стоит мне продать. Почему я иду пешком, сами понимаете, просто хочется прогуляться. Пару машинок стоит продать, у меня очень много машин, ну, как бы это... Просто дело в том, что мне лошадь, вещи некуда. А вот в машинах все классно так слаживается. Ну, конечно, можно это все запаковывать в коробке, сами знаете, но мне не хочется мучиться этим заниматься. По 6 штук, тем более, это классно, когда ты находишь по 12, да, в коробке, а в следующий раз уже по 12 уже не сложишь сам, потому что слотов всего для крафта всего 12. Вы знаете, да, что слотов для крафта, слоты для крафта, это вот эти вот 12 слотов, вот они как раз и являются крафтовыми слотами в этой игре. Игре, вот и дорога. Days Epoch. О, подсолнух, прикинь. Блин, он наполовину отскочил. Он уже... Да, ну, осень. В общем-то, состояние погоды примерно такое же, как сейчас в нашей родной России. Чернорусь. Хотя это вроде бы сервер какой-то европейский. Вот. Европейский сервер, но Чернорусь... остается Чернорусью, и как бы на этом больше всего хочется играть. Я не знаю, почему рвет меня именно вот на этот сервер, больше нравится именно здесь играть. Там, допустим, есть другие сервера европейского уровня, да, там дома, вот, ну, и дороги, и, в общем-то, постройки такие более европейские, да. Хотя вроде бы похоже немножко, но все равно не то. Чернорусь есть Чернорусь, и как-то почему-то мне в ней как-то более комфортно, более приятно себя ощущать, что ты бегаешь по своим родным горам. Хотя, конечно, зомби-апокалипсис в своем доме не очень приятно. Так, ладно, я дошел до ВПП. Теперь пойдем искать дорогу, которая выведет меня к героям. И на этом, я думаю, мы с вами сегодня серию закончим. Ну, пока рано говорить об этом. Я не знаю, давайте сходим наверх. Может быть... Опа. Может быть, там наверху ВПП. Вот здесь вот найдем какое-нибудь хорошее оружие или что-нибудь хорошее все-таки. Мне бы хотелось поменять, конечно, хотелось алиспак на более большое, вместимое обмундирование, я имею в виду большую оружейную сумку тоже. Так, вон там машина стоит. Но она, по-моему, так. Насколько я могу судить, там эта машина то ли бензина, то ли там... Да, здесь
тоже никого не было. Опа. За мной кто-то гонится. Блин, проблема. Проблема в том, что я недозвуковыми патронами херачу. И меня сейчас услышат здесь. Да почему он не убивается? Меня услышат сейчас зомби, блин, к сожалению. Люди, насчет людей... Нет ничего, вообще пусто все. Я сомневаюсь, что тут есть кто-то из людей. Но, тем не менее... Да, я сейчас именно тренируюсь, что касается строительства, поэтому на этом сервере я и нахожусь. Когда я буду заниматься больше войной, военными действиями, я войду на сервер, на котором очень много народу, чтобы там как бы именно вот и стараться воевать. Давайте сходим к машине. Там, кстати, одна машина или две? А, там кучка лежит. Ну, кучка, ладно, она мне ни к чему. Так, здесь у нас торговец самолетами, самолетами-вертолетами. Ладно, давай обойдемся без этого дела. Так, вот она, дорога. Наверное, это она и есть, да? Где у меня? Стоп. Не хочется... Эх... Надолго задерживаться. Ну давай, быстрее. А кстати, может быть, как клавиши, может быть, подскажете? Я что-то не помню. Как, может быть, можно карту как-то более быстро перемещать? Так, герой у нас находится квадрат 129025, по-моему, вот эта дорога как раз и есть, которая ведет на стан героев. А вчера я добрался сюда на велосипеде, сегодня зашел, а велосипеда, к сожалению, не оказалось, пришлось отсюда уходить пешком также. Так, блин, закрыто все. Проволока. Вот, все, тут вот у нас есть. Блин, колеса, похоже, хреновенькие. О, еще и бензина нету. Да, колесо сдуто, колеса у меня нету. Было бы колесо, я бы, наверное, доехал на ней. Колеса нет и бензина нету. Да, вот, по-моему, вот здесь вот проход как раз в стан героев. Давайте сходим, поторгуем именно с героями. Кстати, сколько денег у меня? Еще раз посмотрим. 20, 21 золотая, отлично. Мне хватит. А мне хватит. Бизон, классно. Оружие классное. Ну, классно, как классно. Это бизон, в общем-то, он не очень классное оружие. Может, без звука более-менее еще так схож. А вот когда ты стреляешь вот таким вот шумным оружием, бизоном, это вообще ни о чем. Тем более он зомби даже не с первого выстрела убивает. Ну, если ты, конечно, стреляешь не в голову. В голову, в общем-то, наверное, даже... Ножиком кинешь, и то убьешь зомби. Вот так вот здесь залазим наверх. Без сложности нельзя, да? Такая пробежка у меня сегодня. И геройская. Ну, я не знаю, на этом сервере много героев или нет. Что, много ли людей ходит сюда, на этот ВПП. Если есть герои здесь, в Красностав тот же, если герои здесь есть на сервере, то я думаю, они вряд ли будут убивать других героев, да, на самом деле, чтобы у них хуманити не падало. Да, мне кажется, что здесь одно из самых безопасных мест, и я бы думаю, а почему бы здесь вот еще типа мини-базы какой-нибудь не организовать, а? Мне кажется, это было бы просто потрясающе, тем более, что сервер так... мало загружен. Вот и стан героев. Я думал, там штук 10 этих самых героев, а он там как бы торговец всего один находится в этом стане. Но здесь меня вот тут вот где-то было. Все, я
Зашел в безопасную зону. Год мод. Да, сюда можно и летать, и на вертолетах. Довольно хорошая площадка посадочная. Ну, давайте посмотрим, чем же все-таки торгуют здесь герои. В общем-то, ничем оно, наверное, не отличается от остальных серверов. Но все-таки давайте. Кто-то все равно не знает, чем же торгуют у нас герои. Амуниции. Так, можно купить себе патронов дозвуковых. Вот если бы можно было продавать не дозвуковые, а простые, блин, я бы денег срубил тоже неплохо, потому что у меня этих патронов не дозвуковых, простых, целая куча, целая тьма. К фанфалу есть патроны. Кстати, у меня дома... Ого! А, ну так себе стоит. У меня дома лежит фанфал тоже. У меня дома лежит... Ну, короче, ко всем этим оружиям у меня лежат... ко всем этим патронам у меня есть оружие. Нормально все. Так, одежда. Одежда. Давайте посмотрим, что у нас с одеждой. Одежды у нас тут тоже довольно много. Большое количество одежды. Маскировочный костюм. Самый подходящий, да? Самый такой камуфляжный. 2 голда стоит. Вот эти вот все тоже не оружие. Это вся амуниция, как бы в основном, вот которая тут находится, вот эта солдатская. Это все я доставал, Максман, на Купера нету. Купера я в Купера, в форме Купера ходил вчера. Сегодня ничего нету. Ладно. Доставал на Аэро. Очень много там амуниции у меня, как бы, тоже было. Так, а вот и вертолетики пошли. Можно купить 4 брифкейса. Вот это, наверное, боевой вертолет, скорее всего, да? Скорее всего, это все вертолеты боевые, по идее. 2 брифкейса. Ну, то есть, цена тут такая, довольно серьезная. Есть и транспорт. Транспорт тут тоже, как бы, вот я и хочу какой-нибудь взять, не знаю. Наводник у меня, конечно же, не будет брифкейсов. 2 брифкейса он стоит. 2 РК экипирован. Нет у меня, как бы, такого. У вас тоже экипирован оружие, скорее всего. 6 по 10 голд. Вот я не знаю, вот что-нибудь купить бы такое. Ну, блин, я боюсь, что у меня денег нету на все это. Точно, у меня не хватит денег. Ёлки-палки. Брифкейсы. Ну как, это же герои все равно. На самом деле это довольно все сложно. Брифкейсы и, к сожалению, да. Похоже, отсюда придется опять упираться пешком. Топать. Отсюда. И, ну, я, может быть, куплю себе вертолетик и отсюда улечу просто с ВПП. А, нет, смотрите, есть. Есть обычные, как бы, они экипированы оружием. СУФ. Армат с оружием. Брифкейс. Ну, нифига себе, они все стоят тоже. Вот. Пикап. Можно взять пикап, можно взять оффроуд. Деньги есть. Так, пикап РК. Пикап. Ну, есть пикапы. То есть я, наверное, какой-нибудь пикапчик себе возьму, да? Или оффроуд. Не знаю, что лучше взять. СУФ. К СУВу. Блин, у меня денег нету к СУВу. Так, смотрим. Оружие. Вот и фанфал есть. То есть у меня дома тоже есть фанфал. Но тут разные фанфалы. М240, МК48. То есть довольно классные тут пулеметы. МК17. Таких у меня тоже дома лежит целая куча. Ну, можно продать. Ну, в принципе, у меня дома деньги есть, так что смысла нету. Давайте тогда купим, наверное, машину. И на этом, в принципе, наверное, сегодня серию закончим. Давайте посмотрим, какую все-таки взять. Я вот все думаю. Пикап. Что-то не хочу я пикап. Так, пикап оффроуд. 20 золотых. Так, пикапчики. Да пофиг, давай. Че, деньги есть, почему бы не продать? А не купить. С удовольствием. Продай мне оффроуд. Ну, выбор так себе, конечно, но... Так, чё? Есть у меня ключик появился?
Пока нету. Он не хочет со мной торговать, что ли? Или у него нету в запасе этих машин? У меня, по-моему, есть возможность, как бы... В том-то и дело, что я... набрал уже до... А, вы уже торгуете. Вот, есть, все. Я думал, я вдруг не смог, как бы, купить у героев никаких вещей. Но на самом деле, если бы я не мог купить... Вот он. У героев вещей, то, наверное, все-таки я бы вообще не смог с ним торговать, то есть не смотреть не мог. Ну, да, вот с РПК. Так, откроем Black Key на место стрелка. Так, патронов, конечно же, ДШМК у меня нету. Но машина классная. Я таких пару машин в свое время тут находил, но, к сожалению, я, конечно, торговать ими не могу. По той причине, что не мог. Я не был героем. Ну вот, примерно так. Отлично. Я думаю, что нас ждет еще много интересного. Отправляемся в путь. Подписывайтесь на канал, смотрите новые видео. Всего вам доброго. Пока.